Всем привет, дорогие друзья, с вами Сапой, и сегодня мы будем обозревать такой напиток Липтон, холодный чай со вкусом лимона. Что так вот выглядит бутылочка. Я уже, конечно, практически всю бутылку выпил, потому что чай реально вкусный. Вот, Липтон. Опять для Рейтенгутса. Нет. Вот, для Рейтенгутса. Окей, что-то написано. Тут изготовители, импортеры, да какой, да, при температуре какой хранить. На той и той стороне одинаковая упаковочка. Что ж, вот вам, наверное, будет не видно. Белки, жиры, углеводы, белков, жиров нету, как и натрия. А вот углеводов 6,9 грамма, представляете, на 100 миллилитров напитка, на 100 миллилитров. Представляете себе. Ну что ж, давайте перечитаем состав. Вода, сахар, фруктоза, ну, короче, тут всякая фигня. Химия одна. Хотя тут написано гейм без консервантов, без красителей, без подсластителей. Какая кухня? Напиток безалкогольный, негазированный, холодный чай, Липтон со вкусом лимона, на растительном сырье пастеризованный. Вот такая вот желтенькая упаковочка, вот как выглядит сам чай. Ага. Вот тут литр. Литр. Я думал, он 0,5. Вот еще вот тут энергетическая ценность на 250 мл. Надеюсь, вам все видно. 303 кДж. Ну, 7,2 калории. Ну, вот так вот такая вот форма. Сейчас я принесу стакан. С помощью монтажа. Вот, дорогие друзья, вот стаканчик прозрачный специально. Что ж, давайте-ка мы сейчас поставим штатив. Сейчас вот, ага. Опять в наклоненном состоянии сделаем. Сука, куда ж ты упал? Извините. Штатив пока еще не выдержу такого стаканчика. Ага, вот. Ага. Что ж, вот наклоненное состояние. Давайте мы откроем чай. Я его уже открывал, так что с первого раза он так не откроется. Вот налил мой чай в стакан. А ты... Пока мы чай отложим. И вот как выглядит сам чай. Ну такой темноватый, как обычный чай. Ну что ж, за ваше здоровье. Лимон очень вкусный, очень хорошо чувствуется. Но это, я думаю, все-таки ароматизатор. Окей. Ценовой диапазон этого чая в разных магазинах, в разных городах, а то и в странах. Где-то от 30 до 65. Именно литр. Вот как-то вот так. Что ж, давайте мы еще раз нальем. Сейчас он даже близко к камере. Чай очень вкусненький, и я ему опять ставлю 5 из 5, представляете? Я за последнее время все ставлю 5 из 5. Вот как он еще раз выглядит. Вот смотрите, он такой прозрачненький. Он, наверное, меня видно. Ой. Ну, чай просто идеальный, особенно в летнюю жару, где-нибудь плюс 40. Пить обязательно холодным. Конечно, кто будет пить горячий холодный чай?
Ну что ж, итог. Чай вкусный, в летнюю жару будет просто идеальным спасением. От тех, кто вместо холодного, вместо домашнего чая любит пить только вот такой. Ну, что я могу сказать? Если вы любите такой вот чай, берите такой чай. Я люблю и обычный чай, и вот такие вот. Хотя, наверное, все люди вот любят и тот чай, и этот чай. Ну что ж, дорогие друзья. Вот такой вот получился обзор холодного чая Липтон. Ну что ж. Итог 5 из 5. Ну что ж, дорогие друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, пишите комментарии, а с вами был Мусапэй, и всем пока!